Добрый вечер, друзья! Как вы понимаете, в этот веселый, в кавычках, праздничный, на самом деле праздничный день сегодня, вы знаете, какой праздник сегодня, День народного единства. Давайте услышим, как наш народ един сегодня здесь, в этом замечательном клубе! Отлично. А если крикнуть 3-4? Только молодежь кричит почему-то. Старички и зрячки, давайте. Ура! Вот это я чувствую нормально. Ну что ж, не так часто приходится вести роковые концерты. Почему? Потому что рок-музыканты обычно не нуждаются в представлении, просто выходят и начинают что-то там говорить про себя, про свою музыку и так далее. Я вам сейчас скажу, что у нас не совсем обычный рок-концерт, потому что сегодня происходит съемка еще и программы, которая будет в YouTube. Мы представители YouTube, и эта программа будет буквально через пару дней выложена в интернет. Это не прямая трансляция, сразу говорю, но программа называется «Худсовет». Кто помнит, что такое худсовет? Чувствую, есть люди. Друзья мои, для тех, кто молод, и слава богу, что молод, я напомню, что худсовет — это такие очень интеллигентные дяди, которые выбирались обычно из союза композиторов или из союза там писателей, да, которые сидели и разговаривали о том, стоит ли этой музыке жить дальше или не стоит, есть ли там политическая составляющая или нет. Сейчас, слава богу, времена изменились, и нам посчастливилось просто снимать такую хрестоматийную программу. Ну а теперь я вас буду видеть лучше. Добрый вечер, друзья! Я не трогаю микрофон, я понял. Значит, друзья, у нас сегодня необычный концерт. Сегодня в нашу страну приехал человек, которому мы обязаны огромным количеством совместных работ со звездами зарубежной эстрады. Причем это монстры, это суперзвезды. Напомню, что этот человек родился в Соединенных Штатах Америки. И в 15 лет уже создал свою группу в Кентукки. Позже, когда его начали замечать другие очень известные западные звезды, создал еще одну группу и назвал ее Lost Mavericks. Это группа, которая берет свое начало в 1986 году. Вот. Стоит ли представлять вам лишний раз следующую историю об этом замечательном человеке, если ее всю можно прочитать в интернете? Давайте будем экономить время друг друга. Друзья мои, сегодня под ваши бурные аплодисменты звезда израильской американской сцены Лазер Ллойд, ваши аплодисменты, и группа Moscow Blues Band. Вот он, аплодисменты, друзья! Привет, ребята! Ну что ж, а я вас оставляю наедине со звездой. Друзья, ваши бурные и продолжительные аплодисменты. Окей, шалом, Москва, шалом, Гластенберри, шалом! Yeah, we're gonna rock and roll. Yeah, okay. Okay, it's open. Yeah. Whiskey River, she took my mind. Whiskey River, she takes the time. Oh, Whiskey River, round and round. Oh, Whiskey River, she treats me right. Well, I feel alright, but I got, yeah, that whiskey on my mind.
Whiskey River, I let it flow. Down Whiskey River, that's where I go. On Whiskey River, shit blow my mind. Whiskey River, every time. And I just saved my mama, then Whiskey River gonna blow your mind. Whiskey River, she's gonna leave me dry. That Whiskey River fix me every time. That Whiskey River, and it blow my mind. A Whiskey River, let me feel alright. Yeah, I love my Whiskey River. Oh, my baby made me feel all right. Oh, here we go. Thank you, Moscow.